Седьмой этап российской серии кольцевых гонок прошел на Сочи автодроме. Это было первое и тестовое мероприятие для автодрома перед российским гран-при Формула-1. Гонщики выжимали газ и соревновались за победу в заездах различных категорий: Легенс, Туринг, Туринг Лайт, Национальный и Суперпродакшн. В гонках участвовали и курганские пилоты. Александр Тупицын из команды «Курганские прицепы» выступал в Суперпродакшне. В каждом заезде он входил в пятерку сильнейших гонщиков в своем классе. В субботу курганец финишировал четвертым, а в воскресенье долгое время держался в тройке лидеров. Но на одном из поворотов в борьбе был поврежден автомобиль и закончил гонку Александр лишь пятым. Однако команда достижениями осталась довольна и рассчитывает на новые успехи. Следующий этап российских кольцевых гонок пройдет в Смоленске. Домой, в Курган, гонщики курганских прицепов вернутся в начале октября.